Бывает, идешь по улице и начинаешь сильно переживать. Так жалко бедных птичек, которые сели передохнуть на электрические провода. Их же сейчас током ударит. Но приглядитесь повнимательнее. Да хоть весь день наблюдайте за сидящими воробьями, ничего с ними не случится. Птица останется невредимой, потому что ее тело – плохой проводник тока. С точки зрения физики, сидя на проводе, птаха создает параллельное соединение. По ней бежит ток, только очень маленький. А вот если птица лапкой случайно коснется еще какого-нибудь заземленного предмета, например, металлической части опоры, тогда исход будет печальным. Если вам хочется поговорить с другом по интернету, а микрофон куда-то задевался, используйте в качестве него наушники. Подключайте их к разъему для микрофона и вперед. Строго говоря, конструкция у двух этих устройств почти одинаковая. Хотя есть несколько «но». Во-первых, не все наушники потянут такую смену профессии. Во-вторых, качество их работы будет по-настоящему ужасным, подойдет только для экстренных случаев. Самый эффективный метод борьбы с чрезмерным употреблением горячительных напитков придумали давным-давно. И автор этого метода сам Пифагор. Этот товарищ выдумал специальную кружку, в центре которой так называемый вдвое изогнутый канал. Благодаря этой мелочи в кружку можно налить жидкость только до определенной отметки. Если же пожадничать, то из кружки вытечет все, что там было. Говорят, Пифагор все это затеял, чтобы искоренить жадность и вредные привычки.